Вы знаете, сейчас идет по каналу Гули Гёрл сериал про девочку, которая, видимо, хочет стать популярной певицей, вот, и зовут ее Мика 635, вот, ну, типа, псевдоним, да, вот, и я заметила, что мне лет в 14 нравились такие сериалы девчачьи, подростковые, что лет 18, что сейчас 28, ситуация не меняется, как бы, с легкостью могу для фона где-то глаз кинуть, вот, в такие сериалы, интересно, правда, когда мне было лет 14, тогда шли сериалы в духе «Мятежный дух», «Флорисьен», и так далее, да, кто помнит, тот помнит такие сериалы, вот, и до сих пор вот интересно мне такое, вы знаете, вот эти все мексиканские, аргентинские, испанские сериалы в таком духе, они еще какой-то еще сериал смотрела где-то в 17 году, тоже там испанский, по-моему, вот, тоже там девчонка певицей хотела стать, вот, но я не помню, как он называется, вот, честно, серьезно, не помню, вот, и, значит, я заметила, что в них очень сильно какая-то манерность, переигранность, наигранность вот у актеров, да, и даже вот тогда я это замечала и в подростковом возрасте, что очень сильная такая наигранность у актеров, очень они как-то все вот так вот манерно делают, да, что у нас можно было бы назвать, что вот плохо играют, да, но у них это вот прям присуще их сериалам, и меня это совершенно не отталкивает, честно говоря, в их сериалах, а даже где-то наоборот нравится, а где-то даже смешит.